Balcony TV. Всем привет, это Balcony TV Крым, и сегодня мы встречаем у нас на балконе коллектив «Батарея Раевского», наверное, один из самых нестандартных и неформальных коллективов нашего города. Что привезли? Мы привезли вам... Синтезатор из себя. Мы привезли вам одну свою пьесу, которая называется «Целлулоида ярче». Давай. Несчастных немых, и в этом ты очень похожа на паперть. Учили меня с ногтей молодых Луи Агюст, мои папа и папа. А далее все по избитому плану. Скорей, сильвупле, занимайте места. Пояс в минуте, атлас сюда, почувствуй себя Карениной Анной. Киномеханик, родитель, спаситель, не будьте же правы упрямы. Вертите, 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 не обижайте даму. Нет смысла искать и будить во мне совести, ждать от меня доброты и морали. Готова чипа и истекшего кровью топить раз за разом в холодном Урале. Мерцала субтитром и строила глазки, и всем намекала изящно и тонко, что это твой бро не носит потемки, но поезд ушел, укатилась коляска. Киномеханик, родитель, спаситель, не будьте же правы упрямы. Ручку вертите, 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 не обижайте даму. Бросаю в лицо я вам дерзкий упрек, шепчу вам на ушко бесстыдно и дивой. Включайте мотор, заряжайте же в блок, и голым рекордом машу похотливо. Мои откровенья басни Финола, так хватит глядеть андалузскими псами. Ведь все то, что вы рассказали мне сами, ни киновед не поймет, ни кинолог. Киномеханик, родитель, спаситель, не будьте же правы упрямы. Ручку вертите, 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 не обижайте даму. Ноги, вставайте с колен, снимать поезда, последнее дело. Я вас лежу на монтажном столе, кромсайте меня, я ваше всецело. Чапай не всплывет, Жанна д'Арк не заплачет, так было и есть, и будет всегда. Так не подведи, моя ты звезда, сияй же, горит целлулоида ярче. Киномеханик, родитель, спаситель, не будьте же правы упрямы. Ручку вертите, 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 не обижайте даму. Киномеханик, родитель, спаситель, не будьте же правы упрямы. Ручку вертите, 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 вертите. Ребят, скажите, знаете, какой вопрос интересует? Это как вы нашли друг друга? Как вы образовались? Потому что вы совершенно на одной творческой театральной волне. А, ну дело было так. Дело было совсем недавно. А однажды я, будучи в совершенно паршивом настроении, заглянул
в одно варьете под названием «Щука под маринадом». А там, знаете, как обычно бывает у нас сегодня в варьете, вообще невозможно встретить нормальное искусство. В основном, вот знаете, какие-то декаденты собираются, курят свои папиросы, заходишь, и вот там совершенно накурено. Вот все в дыму, и невозможно насладиться искусством. Так вот я захожу, думаю, вот сейчас у меня паршивое настроение, так пусть оно еще паршивее станет. Но нет. Захожу и вижу, играет топер. Вот этот топер. Это был он. Отлично играет. Замечательно играет. Не то, что там вот эти вот все, которые там обычно собираются. Браво! Я подхожу к нему, вот как сейчас стоим мы с ним, и говорю ему: брат топер, а хочешь ли ты играть вместе? И знаете, что он мне ответил? Хорошо. Да. Он сказал хорошо. Хорошо. Вот так и образовался коллектив под названием «Батарея Раевского». Я считаю, что теперь про это надо снять фильм. Следующим будет этапом. Фильм молодой, кинематограф, синематограф, молодое развивающееся направление, конечно, все у него еще впереди. Слушайте, и песня, композиция пьесы, которую вы предоставили нам сегодня, что вдохновило на ее написание, на ее создание? Так вот, к слову, о синематографе. Я угадала. Совсем недавно мы с моим коллегой посмотрели новинку, синематографическую новинку господина Старевича под названием «Понизовая вольница». Мы были просто поражены и не могли не создать эту пьесу. А вы вообще смотрели «Понизовую вольницу»? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Да вы что? Вы что? Срочно в синематограф, голубушка! Срочно. Белкани ТВ, всем срочно в синематограф. Ребят, я вас просто обожаю. Приходите к нам снова и снова. И Белкани ТВ, до новых встреч. Спасибо вам. Белкани ТВ.